Приветствую всех на канале Мир Евгения. Меня зовут Евгений. Сегодня мы находимся в Ростовской области, в Каменске-Шахтинском, на микрорайоне Заводском, и выдвигаемся с вами на весенние покатушки, на весеннюю прогулку. У нас уже заканчивается вторая неделя марта. Сегодня у нас президентские выборы уже продолжаются. Ну, выходные дни сегодня, многие ходили голосовать. Бабулечки там на лавочках сидят, обсуждают. Погода наконец-то более-менее теплая. Сейчас в районе 11 часов и на градуснике где-то 8-9. Ну, наверное, на солнце даже больше градусов. Наконец-то тепло. Поэтому решил я прокатиться. Дороги, как видите, после зимы у нас убитенькие. В общем, поедем сейчас с вами по М4, прокатимся до Каменска. Посмотрим, какая у нас дорога. Ну, прокатимся по самому Каменску, в станицу заедем. В общем, посмотрим. Пока еще зелени мало, еще только все начинается. Хотя вроде где-то подснежники уже были. Ну так пока еще ничего не цветет и не пахнет. Но вот-вот скоро начнется полноценная весна. Ждем ее. Надеюсь, как в прошлом году, в конце марта нас не засыпет. Так, а мы с вами покидаем. Ну, еще не покидаем, но едем уже на выезд из микрорайона Заводского. Это у нас вот улица Трояна пошла и Пятерочка. Много машин везде на парковках. Люди дома сегодня отдыхают. Ветерок небольшой. Кстати, сейчас с вами поедем, посмотрим, как там Орешник. Давно я здесь не ездил. Вот мы подъехали с вами к Орешнику. Здесь заборчик поставили. Видите, там прицепы, трактора стоят. И здесь уже тоже землю обработали. Готовятся здесь, видимо, высаживать. Ну, в прошлом году этого всего не было. Много, конечно, насадили. И вдаль туда смотрю. И туда, в сторону ставка, много. Интересно, когда будут первые орехи. Ну что, пожелаем удачи нашим садоводам. Молодцы. А он сдалека вот так вот выглядит. Микрорайон Заводской сверху. А это у нас поселочек такой сверху там и дачи. Ну что, вот мы и подъехали к выезду на М4. Пошла более-менее нормальная дорога. Закончились ямки. Сейчас с вами выйдем, посмотрим. Очень много ругались на качество дороги на М4 последнее время. На ямы. В общем, посмотрим, есть ли ямы и идет ли какой-либо ремонт. Ну, здесь вот, кстати, что-то ремонтируют уже на путепроводе, я вон вижу. Стоит машина. Песок насыпан, колпаки. Что-то делают. Да, и вон знак. Дорожная работа. Какой-то ремонт идет. И здесь какие-то трубы закапывают понад трассой в поле. Что-то тут меняют, освещение или фонари. Вышки, вон видите, впереди стоят.
Ростов-на-Дону 147 километров. Ну да, тут и мобильные вышки что-то стоят, в общем, ремонтируют. А может, просто меняют лампочки. А здесь, друзья мои, поля понемножку зеленеют. Столбы так и продолжаются. Периодически на трассе встречаются вон эти латки, полатали. Асфальт. Здесь вот таком низине рве ветерочек. Так, ехал вроде нормально было. Много машин, фуры меня обгоняют. Ну, благо, здесь широкая разгонная полоса, и они все-таки далеко от меня. Ну, ничего, друзья мои, я уже записался учиться на права. Дай бог, все получится, и сдам на права. И пересяду на более мощный бензиновый двигатель. И уже не будут меня так обгонять везде. Так, подъезжаем к заправке. Здесь летом много машин обычно останавливается. Что-то роет, роет вокруг. Гляньте, он тоже там вдалеке, трактор. По полям синий трактор едет к нам, да? Как в песенке. Что-то строят. А, наверное, проводку укладывают тоже здесь. Опять латки, латки, латки. Ну, лучше уж латки, чем вообще ничего. Да, после зимы обочину бы, конечно, не мешало бы им почистить. Вся в мелком камушке. Так, проезжаем поворот на Самбуров. До Самбурова 21 километр. Шиномонтажку проезжаем. Ох, они тут деньги заколачивали совсем недавно. Так, вот мы и приехали. Путепроводу и перекрестку, так сказать, на Станицу и на Калитвенскую. Ну, Калитвенскую мы поедем позже, как потеплеет, на рыбалку, а сейчас будем с вами поворачивать мы в старую Станицу. Здесь тоже что-то делают на въезде. Да, весна, тепло, закипел везде ремонт, конечно. Ну, здесь сейчас трафик будет поспокойнее. Правда, посмотрим сейчас, какая дорога в Станице. Уж больно она была там убитая. Конечно, если вам надо просто объехать старую Станицу, вам надо было на Самбуровском повороте там направо тоже есть съезд. И там есть объездная новая вокруг Станицы, и которая ведет в парк Лага сверху. Там хорошая новая дорога.
Ну и выходит она там в районе магазина Народного и тоннеля в сторону Красновки из станицы. Вот первая ямка, даже не присыпанная и глубокая. Проезжаем Престиж с правой стороны. Большая лакокрасочная фабрика. Именно за счет нее и его хозяина построен парк Лага и содержится. Хозяин большой меценат. Много делает для старой станицы. Да и в принципе для всего Каменского района. Так, а вот мы с вами и заезжаем в хутор Старая Станица. Да, здесь до Престижа хорошая дорога. Видите, одна всего ямка была. Кстати, здесь есть у них тоже, ну тут вот направо проходная, и там есть фирменный магазин Престиж, где можно дешево купить ихнюю продукцию, но правда он работает только в будние дни, по-моему, что-то там с 8 до 5. Ну, то есть, как все мы работаем, поэтому, конечно, не совсем удобно, но в отпуске, когда занимаешься ремонтом, вполне можно туда заехать. О, казак с казачкой. Еще один знак, старая станица, ограничение 40. Учу потихоньку дорожные знаки. Стараюсь их примечать, замечать. Самые простые, конечно, обычные мы еще со школы знаем, но... Есть знаки, которые я не знаю. Для меня сейчас интересно. Так, ну все, пошла веселая дорога наша. Улица Буденова. Ну здесь с верхней части она еще более-менее сносная. Ну гляньте, обочина просто пипец. Многие не знают вот этот объездной вокруг. И едут здесь. А, ну видите, здесь поздирали. Асфальт старый, видимо, будут укладывать новый. Вопрос только когда. И будут ли? Ну, надеюсь, что будут. Из-за этого здесь небольшие пробочки собираются. Воробушки чирикают, еду вот мимо. Да, весна, это здорово. Мне тут даже на велосипеде местами плохо объезжать. Что говорить за машины? В центральной части станицы подъезжаем. Сейчас вот здесь направо будет поворот парк Лага. Сегодня теплый солнечный день, наверное, там будет много людей. Ну, в следующий раз мы поедем. Попозже, когда цвести потихонечку все начнет. Там сейчас, в принципе, для нас ничего такого нового нету. Ой, здесь, вот здесь, да, самый ужасный участок был, вот тут вот. Ну, эти его тоже начали частями сдирать. Наверное, его тут надо, в принципе, весь, наверное, сдирать. Но сдирают пока частями. Особенно, видите, моя вот правая сторона. Ну, полосу сдирали уже до обочины. На обочине тоже асфальт ужасный. Не, ободрали кусочек и все. Уже все бы тут снимали. Вот что вот
Не знаю. Мне кажется, ерундой занимаются. Так, наверное, повернем мы на понтон. Поедем в Каменск с вами. Сейчас там заглянем тоже на профильную, посмотрим, что там происходит. В общем, покатаемся. Ну, дороги, конечно, после зимы в ужасном виде. Мне еще говорят, зачем тебе мотоцикл, машину? Да по таким дорогам только на машине ездить. Как раз надо тур-эндуро с хорошей подвесочкой, который будет все эти ямки съедать. И знаете, никуда не надо заезжать, тут бездорожье, прям по городу. Местами еще где-то в тенечке на северной стороне снежок лежит, тает. Еще не успел, потому что днем было плюс, а ночью все время минус. Поэтому не успевает растаять снег. Так, светофор проезжаем. Так, уступи, главная дорога. Ну, никого нет, едем. Подъезжаем к понтонной переправе к Северскому Донцу. Далеки он мосты наши. Что-то там в полях ходят, делают. Машины стоят какие-то. Может, размежуют, что-то будут здесь делать, строить. Посмотрим. Опять рыбачок сидит в том же месте. О, много рыбаков, вы знаете. Что значит потеплело? А здесь и ветра нету сегодня. Тихо, спокойно. Ну, все на удочку что-то сидят, ловят. О, прямо все места заняты. А вот и красавец Северский Донец. Сегодня прямо здорово, так хорошо. Гляньте, и на той стороне вон рыбачки сидят. Что-то ловят. Ветерок есть, но совсем небольшой. Набережную продолжают ремонтировать. Вон строители что-то там. Ну, сегодня выходной день, поэтому работ, конечно, поменьше. Тут мужики что-то стоят, блеснят. Воды много. Здорово, уже на рыбалку, конечно, хочется. И здесь, гляньте, сколько на рыбаков сидит. Тут вот прям понад берегом много-много. Не видно за камышами. Ну, что-то ловят. Должна, по идее, рыбка потихоньку начинать ловиться. Карасики что-нибудь. Здесь, кстати, в этом заливчике и помните, когда морозец был, было много-много рыбаков. Да, жить на реке, конечно, здорово. Ну что, будем перебираться на другую сторону. О. Видите, какой электрический, не знаю, мотоцикл или что, прикольный. У нас, по-моему, их здесь где-то делают. Здесь главный недостаток, когда понтон переезжаешь, он стальной, гладкий, резина юзом ходит.
Сейчас, кстати, тоже остановился, поснимал там рыбалку. Немножко поговорил тоже с рыбаками. Говорит, что тоже смотрят мой YouTube-канал. Подписчика встретил. Так что, Сане, привет большой. И ни хвоста, ни чешуи. Ну, а мы уже не знаю, как погода будет, посмотрим. Может, и в марте конце туда выберемся. А так, скорее, конечно, в апреле. Кстати, набережную тоже начали вроде ремонтировать здесь сверху парк потихонечку. Так что, дай бог, чтоб к лету туда привели в порядок, чтобы можно было здесь нормально отдохнуть, погулять. Ну, а мы с вами едем по улице Карл Маркса. Много людей, много машин. Поедем сейчас в центральную часть. Потом будем туда в профильную выбираться. Посмотрим, что там у нас. Ремонт идет, не идет. Что там вообще происходит. Да, вроде потеплело, но обманчивая она погода. Может меняться. Оно сейчас вроде тепло, вроде плюс 10, а завтра может быть и снег, и мороз. Ну, видите, центральная улица, вроде так все чистенько убрано. Семейный магнит проехали, много машин на парковке. Я тоже по магазинчикам на обратном пути пробегусь. Ну, сейчас пока покатаемся. А мы сейчас здесь спешимся с вами и перейдем на ту сторону. Так. Вот так мы с вами срезали тут. Немножко. О, олени. И остановка здесь называется. На оленях остановите, пожалуйста. О, здесь, знаете, опять пробка у нас. Ну, благо, мы не трамвай, сейчас объедем. Да, гляньте, какая жесть, пипец. Наверное, опять там что-то или пути ремонтируют, или что, что столько машин. А, ух ты! Поезд идет. О-хо. 100 лет не видел, чтобы здесь поезд ходил. Вон, гляньте, зерно продают. Картошечку, лук. Картошка в этом году дешевая-дешевая. Вот видите, красавец застрял. И не едет что-то ни туда, ни сюда. Все, проехали мы паровоз. Пробку он небольшую тут собрал. Да там всего 3-4 вагона он погнал. Маневровый. Что, едем на нашу многострадальную профильную. Ну, эти люди объезжают. Да, много машин поезд собрал. Видите, здесь до сих пор никак не просохнет
Смотрите, какая грязь. Здесь еще, наверное, и лед где-то может быть, надо аккуратно ехать. Никак не могут этот участок сделать. Да, он местами где-то налип снизу проступает еще до сих пор. Пытались ее тут подсыпать, эту дорогу, но видите, какое оно. Убитая, и вода откуда-то бежит. Неужели до сих пор тает или все-таки где-то что-то бежит? Ну, обычно все вот тут вот направо уходят. И через частный сектор там дорога идет получше. Но мы сегодня с вами поедем прям по вот этой вот дороге. Посмотрите, какая красота. Уже пишут, бьются везде. Ролики тоже выкладывают и так далее. И ничего. А это дорога туда, выезд на Донецк и туда на ЛНР, Луганск. Вот такой вот здесь вот убитый кусок. Не хотят его ремонтировать. Ну тут чуть получше, но дальше тоже там будут места с такими хорошими ямами довольно-таки. Вот мы с вами подъезжаем к перекрестку уже. А, нет, тут еще сейчас будет круговое движение, тут съезд куда-то туда в промзону, а вон вдалеке уже виднеется, видите, трасса. Ну, тоже, видите, какие здесь ямы, пипец. У меня здесь друг, когда вот наледь была, вообще машиной на брюхо садился. Клиренс маленький. Ниссан вот это, что мы ездили с ним. Ноут 1 или как он там называется. А здесь сейчас более-менее нормально, дальше дорога пойдет. Вот туда на трассу выезд идет. И тут вот пошла федеральная трасса. Вон, видите, где машины поворачивают? Вот, кто едет с Донецка, тот обычно там и поворачивает. Объезжает вот этот кусочек. Сейчас с вами прокатимся, посмотрим. Здесь тоже ходит общественный транспорт, поэтому здесь дорога более-менее нормальная, ее как-то ремонтировали, потому что там дальше есть параллельные дороги, они, конечно, очень сильно убитые. Вот, видите, люди все здесь объезжают. Местные жители, конечно, не в восторге, но а что делать, если там такая дорога убитая? И ничего с ним не делают. На двухколесном можно здесь проехать. Птички везде поют. О, гляньте, какой объезд. Ну, в принципе, и на мотоцикле можно проехать потихоньку. Снизу у нас Рыгин ручей. Мутный весь бежит здесь. Вот мы с вами и миновали ту убитую дорогу, в принципе. Вон, гляньте, школа какая-то. Давайте по частному сектору с вами прокатимся. Ну, что-то здание такое облучившееся все. Не знаю, школа ли это? Наверное, школа, скорее всего. Надо, конечно, ремонтировать. Да нет, это, наверное, не школа, какой-то центр чего-то там. Короче, какое-то административное здание. О, велосипедисты, спортсмены
Думал уже домой ехать, но думаю, перед тем, как домой поеду, еще прокачусь вдоль Донца. И вот видите, выехал сюда на пляж основной, где топольки. А здесь идет большой-большой субботник. Много людей с машинами. Гляньте, молодцы, собрались. И песочек чистят. А? Молодцы, Бог вам помощь. И дальше тут люди. Кто-то вон просто тут на пикник приехал шашлычки пожарить. В общем, много людей. Первая теплая суббота. Пожелаем им всем хорошо отдохнуть. А дальше тоже, вон, видите, уборка идет. Тут же у нас были ледяные дожди, и из-за этого много веток переломало, да и посохло. И вот люди сейчас собрались, выбрались, вот это все дело, это потихонечку убирают. Тут грязюка, правда. Потихонечку проезжаем. Еще не высохло все. Вот здесь вон шашлычки жарят вовсю, молодцы. Короче, кто-то отдыхает, а кто-то вкалывает, потом отдыхает. В общем, молодцы. Гляньте, сколько машин. Кто-то вон пригнал, видите, эту перерабатывающую установку. И ненужную древесину он перерабатывает в щепу. Ну, правильно. Молодцы. Ну, здесь такое хорошее место для отдыха. Здесь в теплое время много людей собирается шашлыки пожарить. Работа кипит. И бензопилы у людей. И вон бензопилы длинные такие специальные. Как сказать. Видите вон. Чтобы сверху ветки пилить. Видите, какие страшные везде. Вот они вот это все опиливают и перерабатывают. Молодцы. И дети работают, и женщины, и мужчины. Красота. В топольках, в общем, работа кипит. Есть люди на велосипедах, но большая часть, конечно, на машинах. Ну, кто-то на рыбалочку выбрался, рыбку ловит. Ну да, люди уже, конечно, соскучились по природе, по теплой погоде, по отдыху у реки. О, костром как пахнет. О, сейчас шашлыки будут. Да, надо тоже сейчас, дай бог, тепло будет, надо друзей в гости из Луганска звать, как в прошлом году, тоже куда-нибудь ехать на рыбалочку, да шашлыки жарить. Хватит дома сидеть. Друзья мои, все выбираемся на природу. Да, конечно. Да, конечно, видите, местами загажено, конечно, убирать и убирать. Так, неплохие здесь места, видите, птички. Поют тоже хорошо тут. И вот такие рыболовные места здесь. Но здесь не так глубоко. Здесь больше, конечно, на удочку ловят. Знаете, сколько уток. Я обычно рыбку с той стороны ловил. Здесь, кстати, сазанчик часто попадается, потому что здесь дно ракушечное такое. Неплохой. Кстати, вспомнил, как хутор. Абрамовка называется, там, где стадион. Вот там вот тренируется наша футбольная команда. Да, вот такая погодка постояла бы недельку-другую, как раз подсохла бы. И можно было бы на рыбалочку выбраться. По-моему, и цапля вдалеке там где-то ходит.
Ну что, дорогие мои, будем заканчивать наше сегодняшнее путешествие. Надеюсь, оно вам понравилось. Побывали мы с вами и в городе, и на трассе, и вот на природе немножко с вами прогулялись. В общем, ну, начинается весна. Тепло, дай бог, чтобы не похолодало, снега больше не было, чтобы все посохло. И будут у нас рыбалочки, больше будет, конечно, видео, прогулок и так далее. И в Луганск обязательно поедем тоже. Ну, буду учиться, конечно, на права. Надо уделять этому тоже время. В частности, надо учиться и самому правила, кроме лекций. И отвечать на билеты, готовиться потихонечку к маю. Надо все это выучить. В мае будем уже сдавать. Ладно, друзья мои, как всегда, всем в конце крепкого здоровья, мирного неба. Ну и до новых встреч, до новых видео. Давайте. Кстати, не забываем, кто только присоединился к каналу, подписываться на канал. Ну, писать комментарии, ставить лайки, делиться видео. Все, давайте. Теперь уже точно. Пока-пока.